Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Это мой канал «Счастье и успех для всех». Добро пожаловать! Я рада быть с вами сегодня опять. Спасибо, что возвращаетесь на мой канал. Спасибо за рост подписчиков, спасибо за количество просмотров. Всего вам самого хорошего за это, за замечательные комментарии. Сегодня у меня есть к вам два замечательных объявления. Первое. Я еду в Лондон, и в Лондоне я хотела бы вас встретить. Я буду в Лондоне с 11 февраля по 18. 18 я уже улетаю в Москву, поэтому с 12 по 17, пожалуйста, если есть желающие встретиться, давайте встретимся. Вы можете задать мне свои вопросы, мы можем поговорить о чем-то, мы можем провести такой как бы семинар. Пожалуйста, помогите мне, мне нужна в этом ваша помощь. Для тех ребят и девушек, которые живут в Лондоне, может быть, вы знаете лучше, чем я, где можно встретиться. Мы будем жить в отеле Кома Метрополитен в самом центре. И я думаю, что просто, во-первых, отель не заказан, зал в отеле. Во-вторых, это будет, наверное, безумно дорого. Давайте найдем что-нибудь более подходящее. Может быть, какое-то кафе, вы знаете, может быть, книжный магазин, может быть, какой-то зал, вы знаете, не такой дорогой, чтобы это не было таким огромной ношей ни на мой бюджет, ни на ваш. Я буду очень-очень рада вас увидеть. Конечно, я еду в Лондон посмотреть, где трава зеленее. Я была уже в Лондоне пару раз, последний раз достаточно давно, может быть, лет 10 назад. Я думала о том, что, может быть, стоит перебраться в Лондон, большой город, Европа, теплее климат, нет таких холодных дней, как в Торонто, вот сегодня минус 11. Вот. Но две мои поездки как-то не привели ни к какому решению. Я даже более того сказала, что Лондон не мой город. Я сразу полюбила Париж с первого раза, с первого взгляда, а вот Лондон как-то вот не стал моим городом, хотя я была там несколько раз. Мы поездили по окрестностям, даже съездили в Брайтон, я думала, может быть, что-то на юге, где теплее. Ну вот еду сейчас еще раз посмотреть, может быть, все так изменилось, может быть, я изменилась. И это не то, что еще одна эмиграция, но кто знает, кто знает. В общем, ищу место, где не так холодно, где теплее. Вы все, наверное, знаете, что английская королева Елизавета является главой Канады, что Канада страна, которая формально под управлением Англии по-прежнему. И есть представитель английской королевы здесь, на всех наших денежных банкнотах королева везде. Поэтому, может быть, если мне понравится, это не будет так сложно. В общем, еду посмотреть. Ну, и другая очень важная для меня задача, конечно, встреча с подписчиками. И потом, 18 февраля, мы едем в Москву, мою любимую Москву. И будем в Москве достаточно долго. Я буду в Москве до 10 марта. Поэтому, дорогие подписчики, если у вас есть желание, пожалуйста, дайте мне знать, и я точно организую что-нибудь в Москве. И здесь тоже мне нужна ваша помощь, ваши идеи. Где, как, в какой день всем будет удобно. Я буду достаточно долго в Москве. Буду рада вас всех видеть, буду рада ответить на все ваши вопросы, обнять вас. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, давайте соберемся. А в Москве я рассчитываю походить по театрам, походить по выставкам, по музеям. В общем, культурная программа. И посмотреть на красивых людей, поесть вкусную еду, которая там есть. Так что февраль, конечно, не лучший год. Время года не для Лондона, не для Москвы. Но вот я решила сбежать с холодного Торонто, где и холодно, и выйти некуда, как мне кажется. Мне кажется, может быть, другие думают по-другому. Так что вот такое вот мое объявление о поездке в Москву и в Лондон. Буду рада вас всех видеть. До встречи. До свидания. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить ваши лайки, если нравится. Пока-пока.